Приветствую, господа! И сегодня мы с вами посмотрим новенькую модовую карту Highway Howlin, типа шоссе Howlin. Давайте загрузимся и посмотрим, что это у нас такое за интересная модовая карта. Так, данный мододел делал еще карту Aftershock и Smoky River, ну и еще там что-то помимо этого. Поэтому, думаю, будет все достаточно прикольно. Судя по описанию, это типа изи карта, легенькая такая, чиловая. Да, грохот, конечно, был прикольный. Так, вот у нас Ford 9000. Понял. Понял, принял. Получается, у нас тут 7 вышечек. В регионе пока что одна карта доступна, но думаю, еще подвезут. Давайте выдвигаемся на осмотр. 800 скаут. Пересядем. Как-то ты мой друг, прям я подъехал, и ты ушатался. Ладно, это походу по какому-то заданию нам потом, ну, точнее по поручению или контракту повезем. Либо ремонтировать будем. В общем, видно будет, что с этим скаутом делать. Поэтому давайте двигаться дальше. Вижу переезд на другую карту. Но так как у нас пока других карт нету, думаю, в будущем запилят. Lay of the land. Окей, найдите гараж. Прикольно. Где наш гараж? Вот он, да? Да, довольно далековато, поэтому ладно. Выдвигаемся в путь. Хорошая такая ровная дорога. Грунтовочка пойдет. Седьмая передача, у тебя коробка Highway, что ли, стоит на Форде. Ну, на восьмой он не вытягивает, конечно, на седьмой, на восьмой. Поэтому, ладно, на повышенной будем с вами катиться. Тут у нас озеро или что-то наподобие. Понял, пойдет, прикольно. Так, ну сразу я увидел парочку опрокинутых грузовиков. И видно, какое-то поручение будет нам. Это у нас Warren Grant и Caterpillar 680. Так, что нужно? Доставить ворона и катерпиллера на скрап-ярд, на свалку. Понял, но нам пока что это не надо, мы поедем искать с вами гараж. Так, что по заданиям? Всего 4. Так, доставить полуприцеп 770, это с нашим, наверное, катерпиллером. 24 контейнера, понятно, защищенных. Да, конечно, контрактиков пока что мало, но ладно. Что есть пока, то есть. Поедем, думаю, обратно. Пусть эти господа пока поваляются, мы вами потом займемся, нам бы до гаража добраться. Ух, как козырек этот прям обзору мешает. Его надо убирать.
Потому что это не дело. Так, главное форт не ушатать, иначе мы на этом, как говорится, и закончим. Потому что пересаживаться не за что. Вот это прикол, конечно. Это прям съезд на хайвей, прикольно. По идее, нам нужно двигаться вперед, да, и получается поворачивать налево. Это вспоминается прям Евротрак. Тут у нас большая заправка, пицца и магазин еды, прикольно. Даже сервисный гаражик есть, круто, круто. Большая цистерна. И вышечка, давайте откроем ее. 10-й уровень дали, прикольно. Вот это хайвей, ребятки, вот это хайвей. И там дальше переезд, походу. Не, ну прикольно, прикольно, блин. Так, и тут переезд. Из переезда, получается, в переезд. По хайвею кататься. Да, он, конечно, не такой большой, длинный, как в Евротрак симуляторе, но вот для нашей игры это очень даже круто. Так, а вот и наш гаражик, понял. Тут вижу, кто-то завалился у нас. Мы его будем, походу, вытаскивать. Тут у нас ферма, получается. Какой-то каркас стоит прикольный. Тоже каркас. Что-то будем с вами ремонтировать по-любому. Новенький грузовичок наш. Точнее, это у нас Дон 71, понял. Ну ладно, что, поехали в гаражик. Так, а по хайвею мы, получается, не развернемся. Ну, типа, по-человечески, по-нормальному, да? Нам нужно будет либо обратно ехать как-то, либо тут свернем с вами и поедем вот тут, по этой части дороги. Не, ну круто, конечно, мне нравится то, что так, типа, по-человечески сделано, как и должно быть на самом деле. Это прикольно. Главное нам с вами не ушатать наш форт и добраться до гаража. Это пока что первостепенная, так сказать, задача. Нигде не перевернуться. Так, тут нам налево, прямо у нас. Там будет завод и переезд на другую карту. А по этой дорожке мы поедем прямо к нашему гаражу. Здание какое-то прикольное.
Слева у нас получается типа парка, да? Прикольно, скамеечка. Мусорки стоят, ого, фонтанчик тоже. Деревце большое, скамейки, прикольно. Ну, это круто, конечно. Большой наш полуприцеп с этим. Ай-яй-яй, осторожно, друг мой. Не перевернись. Домик, прикольно. Все как у людей, как говорится. Тут небольшой такой прудик, прикольный. Домик с поручением, давайте возьмем его. What goes up? International Lobster. А, ну вот мы на него же с вами смотрели. Ну, это потом мы займемся. Я его принял? Принял? Нет. Все, теперь я его принял. Чтобы потом сюда обратно не кататься за этим поручением. Да, конечно, задний привод. Такое себе. Ну, главное, мы выползли с вами. Так, а что по деньгам у нас? 10 уровень и 85 тысяч. Понял, понял. Автомобили найдено 1 из 7. Вышек открыто 1 из 7. Понял. Вот это проезд, конечно. Мое почтение, да. Блин, ну круто. Очень круто. Да, застройка тут, конечно, прикольная, блин. Автор постарался прям. От души это что, типа, о, для скейтбордистов, что ли, типа? Ну, круто, да, это парк, типа, для скейтбордистов. Но это, блин, прям вообще супер прикольно. И тут вот такая, ой, катаешься по этой карте и думаешь... Хотелось бы, чтобы разработчики сделали, типа, карту в городе. Типа урбанистическую карту нормальную, да? Все круто. Мы заехали в гараж. Можно это чудо-юдо продавать. У нас тут в DLC доступно все, что нам нужно. Это тоже можно продавать все. Денег будет целая куча. Вот наши бесплатные грузовички. Один наш 170 тысяч стоит. Ничего себе. Ничего себе. И Western Star тоже 140. 125 наш бандит. И вот почти 800 кусков. Можем развлекаться. Как хотим. Можно, конечно, УАЗик приобрести. Но давайте что-нибудь другое посмотрим. Эх, КамАЗ по старинке. Сейчас еще немножко покатаемся с вами. Буквально минут 10 максимум. Тут еще типа надо уровень добить, да, чтобы получить крутые колесики. Но это в стандарте они крутые колесики имеются в виду. Ну, в смысле, стоковые.
Ну вот это уже совсем другое дело. Давайте такую инфраструктуру посмотрим немножечко. Где там Chevrolet стоял? Даже два их, по-моему, стояло. Не, ну это, конечно, круто, прям. Автор очень круто постарался. Она, конечно, пока что одна, эта карта, но выглядит уже прям суперски. Магазинчик рядышком, все круто. Ладно, можем дальше по дороге прокатиться. Чисто по этой. Что ж там дальше такого интересного? Прям не терпится всю карту обкатать. Вот это прикол. Вот это круто. Вот это просто прям, я не знаю. Pacific нам на P16 предлагают по контракту. Точнее, по поручению. Но это прям реклама. Всем реклама, реклама. Огонь. Блин, достаточно такая прям живая зона, как вот не должно быть в реале. Это круто просто, просто круто. Да, эту карту по-любому я буду проходить, это 100%. Так, тут у нас проезд на какую-то фирму, поэтому ладно, поедем пока чисто по асфальту. Тут типа какой-то магазинчик. Тут спрятанный дом. Так, что-то мы подъехали, он тут же ушатался. Ну ладно. Снизу тут еще что-то, какая-то фабрика прикольная. Блин, ну просто карта мне нравится. Сразу скажу, что это прям вообще круто. Она прям такая приближенная к реальности. Прям очень-очень сильно. Так, слева у нас ферма. Тут у нас какая-то фабрика снизу. Так, тут у нас получается еще какая-то вышка. Рядом с зоной биотуалетов.
просто огонь. Виды, конечно, открываются. Просто супер. Так. Тут у нас, получается, Хаммер стоит. Тоже сейчас мы его получим с вами. Тут какой-то мостик нужно будет починить. И тут, получается, какая-то возвышенность. На углу карты. Ладно, понял. Там, наверное, было какое-то поручение или контракт, что-то с антенной связанное. Наверное, туда нужно будет кататься. Ну, это мои чисто предположения. Ладно, давайте получим, так сказать, Хаммер, да, и будем закругляться. Блин, ну карта, конечно, бомбическая, прям огонь. Любителям, конечно, прям в грязи поболтахаться, наверное, это не понравится. Очень скучно. Но мне прям, наверное, очень зайдет прям покатать, повозить, как говорится, по-человечески. Блин, ну, супер, мне нравится. Я тоже по-любому буду проходить периодически, поэтому ладно. Спасибо за просмотр, господа. Подписывайтесь на канал. И мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте, пока-пока.